Еще одну гостью из доисторической эпохи. Игуана дремлет, не обращая на нас никакого внимания. В мангровом лесу Гуанакасте обитает самая большая популяция игуан после той, что живет на Галапагосских островах. Эти ящерицы могут достигать 2 метра в длину, причем хвост зачастую длиннее остального тела. Головы игуан часто бывают украшены чешуйчатыми гребнями, причем у самцов они больше, чем у самок. Эти гребни играют важную роль во время ухаживания и поединков с соперниками. На спине чешуйки.